Так, что вы хотите сказать? Ничего. Ничего? Вам тут нравится Мукачево? Нет. Не нравится? А мне очень нравится. Такой город прямо замечательный, красивый. Вот это вот мы в центре, вот такая вот улица. Мне очень нравится. Мостовая такая древняя. Все, мы приехали в замок Паланок. Идем в сам замок. Такой вот красиво все. Все так красиво. Вот ров, стена крепостная. А вот мостик, по которому мы идем. Поля почему-то все время недовольна. Она очень устала. А бабушка очень поэтому устала, будем отдыхать. Поэтому бабушка будет спать. Да, бабушка будет спать. Бабушка с вами поспит. Мы ступили. Тихо. Мы ступили на двор замка Паланок. Вот это внутренний двор этого замка. Девочки что-то совсем выбились из сил. Больше ни на какие экскурсии я их брать не буду. Просто мы посмотрим. Посмотрим, как вот такая вот площадь, скажем так, этого замка. Вот еще раз я вам показываю. Вот часы, сейчас 1:30. У нас 3 автобус, этот поезд. Все, мы уже в нижней части замка. Вот здесь такие орудия, которые защищали этот замок. Поднимались наверх туда. Вон, видите, там башня, на башне часы. Мы уже тут 30 минут находимся.